Вон они идут довольно. Поясню, что в этом ролике будет. Мы собираемся купить новый компьютер. Он будет наполовину моего брата, наполовину мой. Вот они. Здорово. Привет. Ты мне кофе обращаешься? Да. Резон Тарас. Ничего не скажи, я тебе. А ты рад? Да, Резвана. Ты бы знал, как Резвана тебя долго ждал. Угу, давай подтягивайся. Бруси. Вот Резвану нужно вот такую мышку купить. Чего тут на 100 рублей дороже, я же тебе говорю. Резван. Ты доволен? Нет. Совсем что ли сумасшедший? Конечно, да. Стой, покажи. Я это ничего не сказать. Покажи. Смотрите на этот кулер. Это прекрасный кулер. Я, кстати, Резван уже начинает распаковывать кулер. Посмотрите, распаковывать я буду там. А, ну да, давай еще тут компьютер соберем. Давай. В машине. Без корпуса. В машине, в смысле, прям тут с компьютерщиком. Это корпус. Развесим. Куда видеокарту повесь? На потолок. Сюда. Не, смотри, вот тут кулер стоит, а тут это что, наполнитель типа? О, а что это за кнопочки? Не, прикинь, он светится, и это для корпуса еще в комплекте. Что? Ёбы. Зубы не чистил 3 года. А ты что думал? Вообще-то не 3, а 5. Какой-то стоматолог. Ты мой рекорд не побил, 4 года. Чё? Я 5 лет зубы не чистил, что ты думал? Вообще-то комп собираем наш. Разбираем. Комплектующие. Ну, разобрать для того, чтобы корпус... Комплектующие. Давай я сейчас засниму. Первое. Вот. Блин, тяжелый. Это что, блок питания, что ли? Да. Тяжелый. Что насчет того, что здесь внутри? Какая-то бумажка. Кулер. Который там уже доставал процессор. Это что? Видеокарта. Видеокарта. А это материнская плата. Материнская плата. А это оперативная память. На 12? На 16, ты че? На 16. Ужас просто, как он крутой. Так. Я же чувствую, как Fortnite приходит ко мне. Видеокарта.
новизной пахнет. Ну, смотри, здесь на какие-то чулочки. Вот, мы собрали компьютер. Осталось отсоединить вот этот старый компьютер, которым я всегда пользовался. Последние штрихи, что-то делать. А, крышку ставил. Давай его прям сразу на стол. А что не включается? Телевизор. Вот мы все подключили. HDMI, нифига. Слава, запустил. Сейчас, погоди. Все готово. Ну все вроде работает. Да, крата. Крата. Ну давай меня с ним. Когда я подключал компьютер, я заметил, что видеокарта не работает. И не знаю почему. Вот правда, не знаю. Я уже ходил в DNS, и они не решили мою проблему, сказали, что возвращать по браку это очень долго. А это на самом деле очень долго. Нужно заполнять какие-то бумаги. Потом, после заполнения, видеокарту отправят в Уфу, мне там посмотрят, скажут, что с ней случилось. И может быть, тогда по браку мне вернут деньги или другую карту. Это через сколько будет? Через дня три. Через три дня. Угу. Уфа находится в 1000 километров от Орска. Пофиг. Ждать это. Вообще не в***. Ну ладно. Если честно, сейчас увидите и сломанную грушу, растерянную.